Веста обычный универсал в комплектации комфорт. Видите, да, пока тут стоят заглушки, еще колпаки не успели они нацепить. Рейлинги тоже акулий плавник. На ручки здесь тоже подлокотник, но он уже такой тряпочная отделка. Подогрев сидений трехступенчатый, все красиво. Сзади барабаны, тут тоже все зашито, крючок запираемый, красный цвет, смотрится круто. Здесь у нас что? Да, вот у нас кнопка открывания багажника, все есть. Это 1.6, да? Вот так. Смотрится офигенно в красном цвете. Ну и вот еще Веста универсал. Цвет карфаген, за который просят 18 тысяч. Это уже, видите, с туманками. Имидж. Тут что? Тоже акулий плавник. Вот так. Красиво, красиво смотрится, вообще обалденно. Это для троллей. Не ржавчина ни хера, это смазка будет. Сейчас начнут опять новая машина, а уже ржавая. Опа! Видно, да? Сзади у нас дисковые тормоза. Вот так вот. То есть и на таких тоже будут. Все офигенно. Еще раз, здесь лучше освещается вот спереди дисковые тормоза, и вот у нас сзади тоже дисковые тормоза. Так что вот так. Все, всем пока, счастливо.